Любимый мой вид спорта. Биатлон. Конечно. Ну, сейчас вишни смотрю сейчас. Вот, сегодня эстафета, мужики. Двое новых наших пацанов побегут. А кто там сейчас, старые или какие-то молодые там уже? Нет, двое таких более старых. Я их сейчас током и... Не знаю, я пизду. Сейчас биатлон они просрали, вот, года, наверное, 3-4 назад. Что женский, что мужской. Ну, если у нас Хараничев вообще умница, вот последний раз, когда бежал, я прибежал 112-й, это можно памятник ставить. В сотню лучших не вошел. Не вошел, 112-й пришел, каламбурчик. Ну, блядь, это пиздец. Ну, вот это вот звезда. Зачем берут таких людей? Я не понимаю, нахуй он вообще нужен? Он пускай в IBU съели, блядь, пизду, он пускай дома сидит. Не, ну так послушай, он бегает-то он не очень, а вот мишени валит-то хорошо. Ну, пускай идет тогда в стрельбу, я не знаю. Не, ну стрельба дешевле. На летнюю олимпиаду. Стрельба это подешевле будет. Здесь им побольше платят. Я вот больше женский биатлон люблю смотреть. Там как бы бабы взмыленные с винтовками, прикольно. Там, во-первых, симпатичных мало очень. Ну, там они раскачанные, потому что все... Да нет, я бы не сказал, жопой нет ни у кого ее толком, бля. Мне очень нравилась, блядь, Кася Макарена. Сейчас она не уже не бегает. А вообще, подожди, а в женском биатлоне мы золото брали вообще? Ой, ёпты, нихуя себе. Еще сколько. Я потому что помню, что биатлонистки хорошо всегда отрабатывали. Нет, это. Сейчас в жопе. Да? Причем в такой, в хорошей, ёпты, увесистой жопе. Да. Поменялось, значит, все. Ничего. Последняя, забыл, как ее зовут, по-моему, Австрийка взяла золото. Ага. Ну, а сейчас в жопе все, я посмотрел, и два брата тоже в такой глубокой жопе. Какие не два в такой брата? Глубокой, ну, Тари Био и Йосик. Я понял. Вот. Эти французы уже не выступают, Фуркады. Угу. Ну и правильно, вот молодцы, ушли на самом пике. Ну и правильно, они бабла хапнули, да и свалили, ну, блин, что. Да они тренерами, небось, работают. Ну вот сейчас это тренирует этот, какой норвежец-то. Ну, который за Бульбашиху замуж вышел. А, ну понял. Самый великий этот, блядь, постоянно забываю его. Он китайцев тренирует. Китайцев? О. Биатлонистов? Ну, сборную Китая, да. Ни хрена себе. Бёрн Далин. Далин, ну да. И Домрачева. Он не корейцев случайно тренирует? Нет, нет, по-моему, китайцы. Китайцы? Китайцы. Что-то странно. Ладно, это не важно. Ну, а те тоже в жопе. Тоже? Хороший тоже в жопе. Да не все в жопе. Куда ни посмотреть. Мы все в глубокой жаве. Да, вообще в громадной нет. Я хочу в эту олимпиаду посмотреть хоккей, там НХЛовцы будут все играть. Ну, а ночная лига будет лупить, нет? Да, вряд ли. Дневная ее. Полдничная ее. Затрудняешься сказать. Ты не смеши ее.